Здравствуйте, как вас зовут? Этого всего. Да вы что? Да, мы активисты. Здравствуйте. Здравствуйте. Молодцы. 104 гектара лісу, який Черновецький відвів під забудову. Так. Одним рішенням Київради в 2009 році так. Вивів цей ліс із зеленої зони і одночасно роздав земельні ділянки під забудову. Під індивідуальну забудову. Они в 7 часов начинают пилить, по 8. Мы думаем, выйдем в 5. Оказалось, они сегодня начали в 4. А полицейские тупо начали на него стрелять. И получается, хорошо, что человек просто пригнулся. И видите, как мне ДТП произошло. Стекло, да. Да, прямо напрямую в стекло на поражение. 16 пуль. Засняли. Он ехал за ними. Получается, тот ему стреляет в него. И а начала полиция убирают. Резко стрелять в них полностью. Колесо пробили, машину повело туда-сюда, и машину засекли. Нам, не нам некому помочь. Нам некому нет. Просто рубашки родились, да. Это наш герой. Понимаю, герой. Это герой. Ты своей жизнью рисковал. Как вас зовут? Олег. Олег. Такой раз я лег, а машина пошла и зацепила его машину. Я не могу не говорить ничего. А как ходил, это в наших интересах? Но это преступление чисто. Русят, извините, пожалуйста. Правильно, но его... А скажите, пожалуйста, что говорят? Их просто надо посадить, с этих, кто вас стреляет. Разобраться, что ли? Не разобраться, это чистая уголовщина. Чистая уголовщина. Полиция не имеет права стрелять по водителю так. Что это за чушь? Посмотрите. Там заклеено сейчас. Да, я знаю, что там стекло. Нет, прямо в машину стреляют. А у нас стекло, а по стеклу. Да, я видел, что стекло нет. Я их бачил, потому что они перед мной стреляли. Пульс постоит пуля, то есть если посмотреть боковое. У людей здесь есть акты. И они купили газель. Вот кто-то два участка купил 10 соток, кто-то один, кто-то три, кто-то четыре, кто-то пять. И в принципе, по закону, здесь возможно строительство частного характера коттеджа. Но эти земли, они на своих, на подставных людей, они эту землю хотят объединить и строить что-то тут такие богато-поворковые. Восьмиэтажные дома. Да и коттеджи, надо было, чтобы мэрия приняла решение, что коттеджи тоже не стоит, ничего не стоит. Сказал, что закон обратной силы не имеет, они уже добропорядочные власти. Какая разница, земли, пусть зонирование поменяют, пусть они владеют лесом тогда, но не строить. Всем нам угрожают, они Василия Григорьевича обещали посадить на 15 лет, если он рот не закроет свой. Грохнуть. Да. Кто это? И грохнуть. Да. Собаку отравили. Отравили собаку, залезли в балаклавах к нему в дом. Машина. Так хорошо, когда что это было? Есть. Весной. Всем угрожают. Мы уже написали заявление, да? Да, мы написали заявление про замах на да. Злочин, обвинение злочину через статью 15. Исправдите замах на убийство. На убийство, конечно. Чисто. Вы встановлюєте, кто чинив цей замах на убийство, чи той, кто тут организовал все. Спасибо вам и большое за поддержку, что вы приехали. По этой машине надо, чтобы ее вовремя вернули вам. Большое за помощь. Кстати, обратно за нож. Нет, но молодец просто. Он молодец. Супер. Короче. Спасибо вам. Помогите вам повезло. Помогите нам, пожалуйста. Я не отстану. Я не отстану от них. Я найду вот крючка, где бы он сейчас не был, я его достану. Это мама этого героя. Молодец. Хорошего сына воспитали. Они он на ручниках были. Только с приходом мамы отпустили.